Политический кризис в Италии вернул парламентариев с каникул. Им предстоит работать и 15 августа. Важный для итальянцев праздник Феррагоста – символ летнего отдыха. На фоне подготовки дорожной карты по преодолению кризиса, первой волны переговоров по определению состава будущей коалиции, политики отозваны из отпусков. И это в канун 15 августа. Что думают о кризисе жители Рима? Несколько мнений. Политики должны трудиться больше, чем мы, и 15 августа не исключение. Они решают вопросы национальной важности. Я же для сравнения занимаюсь только делами своих клиентов. Правительство – это группа лицемеров, как мы все видели в последние дни. Говорят, что работают, а сами… Сальвини, например, не работает. Совершенно нормально привлечь их к работе 15 августа. Если речь идет о правительственном кризисе, следует разрешить его как можно скорее. Они могут вполне перенести отпуск, как это делаем мы. Политики обязаны исполнять свой долг, ведь мы за это им и платим. Пройдут ли в Италии досрочные выборы? Итальянцы ждут ответа на этой неделе.